Такой изумительный день весны, радости. К вам летит лучшая весть из будущего. Все мои контакты находятся в шапке профиля. Пожалуйста, смотрите и заходите, кто был у Вивьены и приходит к Вивьене, получает счастье, радость и любовь. Ну и будем смотреть. У вас идет вознаграждение. Через какие-то тернии к звездам вы прорывались, и теперь идет вознаграждение. И теперь идет вознаграждение. Были очень какие-то проблемы, задачи, тяжело было, но вы это все решите, вам летит эта весть из будущего. У кого суды или какие-то проблемы, задачи, да, я говорю, задачи, документы муниципальные, еще какие-то, они разрешатся. Что за новость к вам летит? Вам летит новость, благая весть о том, что вы приобретете что-то, у кого-то недвижимость, у кого-то приобретете себе должность, повышение по службе, откроете что-то. Вам идет весть от человека, который в форме, что действительно, сейчас посмотрю, идет весть о человеке в форме, он порадуется за вас. Но две вести тут идет. Одна весть очень положительная от человека, который в форме, а вторая весть вы будете переживать, потому что от какого-то человека известия не будет. Вот поймите меня, как вот говорю, от какого-то человека вы будете ждать известия, но их не будет. Поднимите руки к небу и скажите: «Пожалуйста, прошу тебя, Боже, дай весть об этом человеке через сон, через явь, через ленту в интернете. Дай мне понять. Или пусть этот человек сам даст о себе знать. И будет так». Вот это скажите. Что летит? Летит исполнение ваших желаний. Летит исполнение всех желаний. Постоянный покой. Это глаз, как на долларе. Это то, что идет благосостояние, радость и гармония. Что ваша весть в будущем? Да, здесь идет приобретение. Приобретение имущества или приобретение каких-то материальных благ. Пока мы живем в материальном мире, материальные блага пока никто не отменял. Здесь идет имущество, но здесь еще есть предупреждение. Внимательно посмотрите все документы на вашу недвижимость, чтобы эта недвижимость не могла перейти никому. Что у вас в будущем? Это будущее, что вы приобретаете недвижимость. Да, то, что вы за что печалились, но здесь идет, что если недвижимость вы будете приобретать, то это будет где-то от немножко места, а может, немножко, где вы живете. Может быть, вы дачу приобретете или дом с мезонином. И от этого вот это радостно. У вас появится в будущем, говорят, сейчас посмотри о своем здоровье, начинай делать какие-то упражнения, питание. И вот в новом на месте жительства, где вы, дорога, да, вы будете здоровы. Какое еще? И прям две. Так, не пускать никого из страха. Вот вы приобретете или переедете, это может быть и аренда, приобретете или переедете на новое место жительства. Не пускать туда никаких своих старых знакомых, потому что они воровали вашу энергию. И идет у кого-то действительно рождение детей, внуков. Вообще идет благополучие, радость, когда доверие. Вот в этом доме у вас будет новая жизнь. Что за жизнь? Жизнь, когда вы забудете о печали. Жизнь, когда вы будете действительно верить в высшие силы и в Бога. Жизнь, которая дает радость по правилам жизни, по морали жизни. И вы действительно оформите какие-то бумаги, документы или получите очень весь, который
просто вам будет вот радостно. И узнаете весть от человека, который был вам верен, и поступление действительно материальных благ. Удача к вам идет, фортуна. Вот что идет в будущем. Но здесь есть предупреждение, потому что в хрониках Акаши всегда очень много-много-много дорог, которые могут произойти. Все зависит, будущее наше зависит от того, какое действие мы произведем сейчас с вами. Пойдете по одному пути, получите одно. Когда спрашивают, а за кого мне замуж выйти, за Ваню или за Васю? Вот за Ваню, я говорю, вот за Ваню выйдешь, слезы будешь пускать. Ну, зато богатый будешь. А за Васю все капусту будете есть с черным хлебушком. Но зато так радостно, и все в доме такие будут улыбчивы. Вот так имеет смысл. А вам идет благости. Пишите в комментариях, принимаю, приобретаю, благости себе и другим желаю. Все мои контакты в шапке профиль, пишите в Телеграм, записывайтесь, все по ссылке. А кто у меня приходит на прием, то я их заряжаю радостью и программой, если вы так любите говорить, программой на счастье. Да будет так, истина заклята, исполнена.